Доброго дня, наші улюблені слухачі та глядачі. Тільки що бомкнула ринда, морська ринда. Це означає, що ми в Одесі. Більш того, ми в Всесвітньому клубі одеситів. А замість великого симфонічного оркестру концерт Гершвіна грає Олексій Петухов. Це означає, що почалась імпровізація запису нашої програми «Діалоги на Нежинській», це на цей час «Діалоги на Розі Морозлівської та Базарної», вона буде присвячена джазу, в неї буде багато імпровізацій. І я вас зараз ознайомлю з тими, хто буде приймати участь у цих імпровізаціях. Сьогодні у нашій джазовій бесіді приймають участь піаніст Олексій Петухов, музикознавець Олена Шевченка, керівник офісу Одеса міста літератури ЮНЕСКО Майя Дюмірлі, керівник програм Всесвітнього клубу одеситів Оксана Шалашна та журналіст Микита Рибаченко. Повернемося до музики Гершвіна. Він, як вважають і музикознавці та історики, він походить з роду, єврейського роду, який емігрував у Сполучені Штати Америки з Одеси. Це не точно, але я вважаю, що це так. Зате точно, звісно, що в Одесі народився Леонід Утьосов. І точно, звісно, що Михайло Жванецький сказав про одеський дух. А що він сказав, ви почуєте у фіналі нашої програми. Кілька днів назад, наприкінці квітня, в Одесі ми святкували Міжнародний день джазу ЮНЕСКО. Це свято ми відмічали вже кілька років, ми про це поговоримо. Але на цей раз це було свято, яке йшло під девізом ЮНЕСКО, і першим таким дуже великим і дуже інтересним для цього міста, для всієї країни, може, для всієї спільноти ЮНЕСКО, був вечір, який звався «Співрозмова» у Золотому залі Одеського літературного музею. Слово Майі Дюмірлі. 30 квітня 2011 року генеральна директорка ЮНЕСКО Ірина Бокова проголосила 30 квітня Міжнародним днем джазу ЮНЕСКО. І з того року Одеса знову на міжнародній джазовій мапі присутня. І це дуже добре, тому що ми, попри все, попри ці складні часи, долучаємося до світових подій і не випадаємо із цього контексту всесвітнього, тому що Одеса – це таке всесвітнє місто, міжнародне місто. Це місто, яке надихнуло у свій час 12 міст по всьому світові отримати таке ж ім'я. Так, мені дуже пощастило цього року, тому що, як ви пам'ятаєте, десь 2 роки ми не проводили ніяких джазових фестивалів, які були присвячені саме святкуванню Дню джазу ЮНЕСКО. А цього року, завдяки ініціативі Олени Шевченко, нашій леді джаз Одеси, я долучилася до цих подій, до участі у фестивалі, і, звісно, як вже керівник офісу Одеса міста літератури ЮНЕСКО, я хотіла б створити щось особливе. І я опинилася в такій ситуації, в якій усі ми опинилися, тому що до нас іноземні музиканти або не приїжджають, або це дуже складно зробити, щоб запросити їх, та вони б приїхали до Одеси, також із поетами. І я подумала про такий формат, який я назвала «співрозмова». Тобто співрозмова – це і спів, і розмова – це зрозуміло з назви.
Але я також орієнтувалася на те, що чи буде в нас інтернет, наприклад. Тобто організувати міст, онлайн-конференцію або щось таке, це був також певний ризик. І тоді я подумала, що я можу звернутися до своїх друзів джазових музикантів. І наші одеські поети поділили цей майданчик разом з такими видатними особами. І також, звісно, я звернулася до джазових музикантів. Я вважаю, ми можемо почути наших друзів з вами. Це Володимира Тарасова, який мешкає у Литві, це всесвітньо відомий музичний діяч. Звернення Володимира Тарасова. Я дуже вдячна Володимиру Петровичу, тому що це світла людина. Він надав нам права на демонстрацію приголомшливого виступу його, Володимира Соляника і Марка Токаря на джазовому фестивалі в Вільнюсі. Одеса. Это замечательный город, я очень его люблю. Один из моих любимейших городов, наряду с какими-то итальянскими, греческими, я достаточно часто бываю и езжу со своими концертами. То, что там происходит сейчас, в это тяжелое для страны время, джазовый фестиваль, это тоже замечательно. То, что этот фестиваль делает Елена Шевченко, замечательный организатор, замечательный джазовый специалист, который о джазе знает, наверное, все-таки можно сказать, все. Это тоже чудесно. То, что ей помогает Майя Демерли, которая помощница, наверное, всех лучших фестивалей, которые происходят в Одессе. В это тяжелое, сложное время только женщины, наверное, смогут справиться с такими задачами, когда в то время как мужчины находятся на фронте. Слава Украине! Thank you.
Аркадійович Чижик також виконав ще дві композиції, які вони записали разом з Стасією, з Анастасією Волокітіною, яка є одеською джазовою співачкою, композитором. І зараз вона мешкає в Німеччині, давно вже мешкає в Німеччині. І вона також відгукнулась на моє прохання долучитися до нашої співрозмови. І таким чином ми отримали ці прекрасні композиції. Вначале я просто плакал, и мне не было стыдно. Плакал из-за убийства моей юности, самых светлых 18 лет моей жизни в Харькове, в Украине. Сейчас-то город уничтожен Россией. Плакал, видя убийство тысяч ни в чем не повинных, мирных, замечательных людей, детей, женщин, стариков, просто так убитых. Плакал, когда видел миллионы украинских беженцев, разрушенные дома, разрушенные судьбы, разрушенные жизни. Потом слезы кончились. Осталось чувство, что и меня, и весь мир насилуют. И насилует Россия. Я музыкант, и единственное мое оружие это музыка. Но прежде чем зазвучит музыка, я хотел бы сказать вот что. Что 24 февраля 2022 года Российская Федерация сделала шаг в бездну. И в эту бездну она хочет втянуть за собой весь мир. Вы посмотрите, энергетический кризис, миграционный, политический, военный, продовольственный, экономический кризис. И все это результат абсолютно целенаправленных действий России. Действий, направленных на разрушение общечеловеческих ценностей, разрушение мирового порядка,
разрушение западных или, ну, европейских ценностей. И все это как бы во имя величия России. Причем, если отбросить все российское официально-дипломатическое пропагандистское вранье, освобождение Украины от нацистов, угроза России украинским ядерным оружием и многие другие оправдания агрессии и геноцида Украины, получается, что величие России – это величие монстра, которого все должны бояться, вместо того, чтобы уважать. Я не психолог, не психиатр, но я уверен, что мания величия и агрессия являются возмещением комплекса неполноценности его сопутствующими атрибутами. И поэтому эта, я бы сказал, недоимперия испытывает сейчас фантомные боли по ушедшим от нее Украине, Грузии, Прибалтике, по бывшим сателлитам СССР стран Восточной Европы. И, ну, что сказать, нет оправдания и прощения этому имперскому зверю, находящемуся в агонии, имя которому – Россия. Також ми ще почуємо Грегорі Бойда, його композицію «Song for you». Він записав цю композицію виключно для нашої події, для наших співаків. Це той Бойд, який був зіркою нашого мастер-джем-фестивалю Михайла Фрейліна. Який підкорив одеську сцену, да. Але не тільки одеську, тому що він потім був на гастролях по Україні. Oh, yeah.
ми тільки що говорили про Володю Тарасова. Литва у нашій музичній та громадській житті, в житті нашому у останні дні займає особливе місце. А про це розповідав мені Олексій Ботвінов, який проводить фестиваль «Одеса Класикс» по столицям Європи. І він мені надіслав запис музики та свої фото, зустрічі з литовськими музикантами, які також підкорили Одесу. І це вийде у альманасі Дерибасівська-Ришельєвська. Ну, Володя Тарасов – це завжди з нами. І Володя Тарасов тут представлено в цій книзі. Це Ботвінов мені подарував таку збірку про сучасну культуру Литви. Вона на англійській мові і якраз у офісі літератури ЮНЕСКО має бути. Дуже вам дякую, тому що я це дуже символічно, тому що я планую створити бібліотеку ЮНЕСКО, розпочати такий рух, і це дуже прекрасний подарунок. Я дуже дякую вам, тому що Литва – наші великі друзі, вони нас підтримують, і це символічно. Нагадую, що ми розмовляємо про джаз. Це мистецтво імпровізаційне, та є такий жанр як джемсейшн, коли лідер задає мелодію, ритм, темп, а співрозмовники, музиканти грають кожну свою партію. Це про це пізніше з Петуховим. Лена, я к тебе от чому обращаюсь. Ти від леді джаз, ти дама нашого одеського джазу. Фестиваль під названням «Одеса Джаз Фест» уже почався. Перше відділення. По-перше, ми говоримо про історію святкування Міжнародного дня джазу. Так. І це в Одесі вибухнуло. Це була неочікувана інформація, коли в квітні 2012 року ми зібрались у клубі-ресторані «Бернардаци», де грали нон-стоп усі одеські музиканти. По-перше, легенда Одеси – це Сергій Теренців з дуже бурхливою програмою сольною. Далі ансамбль Олексія Петухова, тріо і квінтет, бо дуже цікаві солісти, труба і Мішаков, можна це згадувати, бо їх вже декілька років нема у місті, але це дуже впливові музиканти європейського рівня. Виступав наш одеський Френк Сінатра Олег Зеловіїв. Ну, це дуже прикро, що він пішов з життя. У залі були не тільки прихильники і історики. От, я гадаю, ви пам'ятаєте добре цю зустріч, і Горбатюк, і Бродавка, які люди, які і говорили, і писали про джаз. Але зустрінутися у цьому місті, у такому складі, це було дуже, дуже важливо. І я пам'ятаю, що були і музиканти, і гості з Херсону. Так, це було. Це було. А далі,
Розпочалися великі програми. Великі – це як фестивальне під назвою, бо два чи три відділення. І подальше долучалися музиканти, от ми полічили, 12 країн світу. І це було дуже органічно. І спілкування на сцені, ці заклики, які дала ЮНЕСКО, що джаз – це музика співрозмови, співпочуття, співмузичне створення дещо невідоме тут і зараз. І я гадаю, що для Одеси це було дуже важливим періодом. До 19-го це було на сцені музичної академії, комедії Одеського театру драматичного. Далі були концерти у філармонії, джаз і класика, це дуже було цікаво. Два оркестри, хори і міжнародні колективи, які, і степ, які давали на сцені невідомі творчі проєкти. Так, і третій? Я гадаю, що треба... Що був у Аркадії там десь. Да, так, це був дуже потужний виступ з дитячим хором, забава. Це було у концертно-виставковому залі «Одеса». Це був грандіозний концерт. Грандіозний 19-й рік. Да. І були майстер-класи, і не тільки дорослі виступали, так, була програма для дітей. Спасибі, Олексій. Там була така програма велика, я можу згадати, там були зірки джаза. Але я пам'ятаю той дитячий хор, забавно, який ти опікувався цим хором. Є таке українське слово «опікувався». Тобто ти за них болів. Я не знаю, сохранились ли эти записи, но когда я уже подустал немножко от этого огромного концерта, вот твой союз с хором, я забыл фамилию руководителя, расскажи о том, как джаз и дети сошлись в этот вечер. Цей проект розпочався кілька років до того, в 16-му році. Це була така ідея творча поєднати щось, чого не відбувалося досі в Одесі. І я в той рік проводив власний джазовий абонемент в Одеській філармонії, бо там було 6 концертів на рік. І я хотів, щоб всі концерти були різними, абсолютно різними, і щоб щось нове було присутнє. І таким чином прийшла ідея познайомитися з дитячим хором, зробити проект дитячого хору та тріо. І ми виступили, це було вже в 17-му році, навесні. От. І це був розпочаток дуже такої плідної співпраці, і результатом якого стали кілька виступів, поїздка навіть за кордон до Німеччини. З цим хором? Так, і тріо. І тріо джазове, так? Так, джаз-тріо. І тому дуже цікаво, бо, знаєте, тут можу трошки поекспериментувати, і мені дуже цікаво було робити аранжування для дітей саме в джазовому стилі, в свінгі, пояснювати, показувати, як це відбувається для дітей, це було дуже цікаво. Знаєте, діти – це щось таке відкрите, відверте, що спрацюєш і просто отримуєш багато задоволення. «Грають джаз» – це була програма, яку я реанімувала, мабуть, коли ми зробили такі
сміливий проєкт «Джаз-осінь в Одесі». О. Це було у вересні. Діти грали академічний джаз, і це було малими складами. А зараз запросила до спеціального концерту у нашому фестивалі, бо це було цього року, квітня був марафон, відкривали діти у першій мистецькій школі, де були і перша, і друга, і третя, і 15-та школа, які до цього виступали у благодійних концертах в клубі одеситів, але ж хор долучився в останнє, тому що вони тут не виступали, в той час вони були у Румунії і одержали гран-при на конкурсі, але закінчує той блок програми. Це було не тільки не спів, це було шоу, це було рухання, це була дуже ритмічна джазова програма. І я гадаю, що це був вибух, це був акцент такий, який я не крапкою називаю, а знаком оклику. Бо діти дуже гнучкі. Це новий склад. Дивись, дитяча музична школа. Ну, логіка каже, музичний коледж, там тось щось було, да? Олексій Ніколаєвич грав спеціальну програму, у коледжі музичного імені Данкевича. Але ж було трохи поза цією програмою. Це не те. Мені там панорама. Мені видно з цього місця, панорама видно. Дивись, цей коледж унікальний. Я знову пам'ятаю Володимира Семененка, який казав, що Микола Голощапов заложив фундамент професійної джазового навчання. І наш коледж часів Голощапова – це щось таке, що будуть спогадувати і во всі учні. Але після коледжу через дорогу є консерваторія. Продовжуй. Я вперше запропонувала… Ти ж кінчила консерваторію? Зазвичайно. Ну. А Олексій зараз там викладає. Я теж викладаю. Ти говори, да. Трошечки, да. Трошечки. Так. Але це була пропозиція ще на початку зими, коли планувався великий концерт на сцені Одеської музикальної академії, яка у цьому році святкує 110 років заснування, але ж джазових програм таких потужних не було. Те, що прозвучало, це було незвичайне свято, дивовижне свято, бо звучали джазові меси, джазові концерти, джазова сюїта і джазові твори, які і творчі самостійні роботи студентів, і, як вони називаються, магістри, тільки хто вже завершив своє навчання, працює, але продовжує творити і має у своєму творчості і мову джаза, і ритми джаза. Оце було експеримент. Це перше в консерваторії є заняття з джазу, так? Так. Але вона консерваторія породила і Теренцева, і Кузнєцова, і зараз друге народження – це Петухов, ви, ти, Голощапов. Оце ж консерваторські люди. Це консерваторські люди. Звичайно, що кожен до джазу йде своїм шляхом. Але мені принципово було завершити і залучити музикантів, які зробили джем-сейшн.
нашому клубі, Всесвітньому клубі одеситів, з початку війни йдуть благодійні концерти, збір з яких йде на територіальну оборону, на поранених солдат, що в шпиталі, да? дітей, які біженці. І серед цих концертів було декілька джазових, і не абияких, а з зірками джазу, з Терентьєвим, з Петуховим. Спасибо, Феликс Давидович. Действительно, в течение всего 2022 года, особенно после 24 февраля, во Всемирном клубе одесситов активными участниками благотворительных концертов стали известные джазовые музыканты Одессы. Это Вадим Бессараб, Сергей Терентьев, Алексей Петухов. За 10 страшных месяцев войны во Всемирном клубе одесситов было проведено 10 благотворительных концертов. Большую их часть провел Алексей Николаевич Петухов, и это были не только его сольные концерты, но и прекрасные импровизации его учеников, студентов музыкальной академии, студентов училища Данкевича. Они приобрели невероятную популярность. Я с огромным удовольствием вместе с Алексеем Николаевичем Петуховым поздравляю вас с Международным днем джаза. Искренне приветствовать вас на очередной встрече в джаз-клубе ВКО, приуроченной к этой дате. Сегодня необычное заседание. Во-первых, долгожданный концерт в первом отделении нашего уважаемого маэстро, руководителя джаз-клуба ВКО Алексея Петухова сегодня состоится. И я думаю, это не меньше для нас праздник, чем Международный день джаза. Я с огромным удовольствием передаю бразды правления сегодняшнего вечера Алексею Петухову. Здесь были не просто аншлаги. В летний период времени мы открывали окна, чтобы непоместившиеся гости могли слушать музыку на улице. Это было что-то невероятное. И вполне логично, что такая активная джазовая деятельность, я считаю, что это логичное продолжение всей жизни клуба, который всегда с первого дня своего существования был наполнен джазом, талантливейшими джазовыми музыкантами Одессы. И как логичное продолжение у Алексея возникло предложение разнообразить концертные вечера. И он предложил подумать над созданием некоего проекта, где можно было бы удовлетворить вкусы всех наших гостей. И тех, которые приходят к нам на концерты, и тех, которые приходят сюда узнать побольше о джазе. И таким образом начала рождаться идея, которую активно поддержала Елена Игоревна Шевченко, естественно, которая на всех концертах была ведущей, организатором, вдохновителем. Елена Игоревна, ваше выступление для деток – это шаг вперед или путь наверх? Вперед – это по развитию, наверх – это, наверное, на сцену все-таки. Я думаю, что так, хотя у нас здесь все очень демократично, все рядом, и слушатель, и исполнитель, и буквально на расстоянии вытянутой руки. Очень важно, как ты себя чувствуешь, я имею в виду исполнителей, и насколько реагируют слушатели. Вот у нас сегодня была группа поддержки с шейкерами, с шумовыми эффектами. Ну, как-то так бодренько пошло все. Думаю, что вот этот шаг навстречу друг другу – это вперед, а все вместе, наверное, наверх. И с точки зрения этого места, можно уже считать, что это намоленное место. Тут и взрослые выступали, и официально признанный джаз-клуб для взрослых. Вот я предложила сегодня как дебют программы для детей.
Ну, учитывая восторг и детей, и родителей, я думаю, что понравилось, и мы будем продолжать. Тем более, что в Одессе очень много юных музыкантов с разными инструментами, с разными программами, и я думаю, что с разными синкопами. И я счастлива, что Григорий Исакович Барац, директор Всемирного клуба одесситов, очень живо откликнулся на эту идею. И таким образом родилось дитя, можно сказать, незапланированное, но сразу ставшее любимым. Родился джаз-клуб ВКО, который с каждой минутой разнообразит свои виды творческого воздействия на людей. Уже буквально с первого месяца появились прекрасные лекции Елены Игоревны, то есть мы начали проводить заседания джаз-клуба в двух отделениях. Первое отделение – это концертное, второе отделение – это лекции с видеоматериалами, с видеорядом. Уже со второго месяца жизни джаз-клуба ВКО появились удивительные программы «Джаз для детей и взрослых», которые изначально были предназначены для детей-переселенцев, но поскольку Елена Игоревна начала приглашать туда талантливейших детей из мастерских школ Одессы, они, эти программы, стали посещаемы и одесситами, и музыкантами. Таким образом, джаз-клуб ВКО теперь уже полноценная часть жизни клуба. А я тебе сказать, я, конечно, не могу не вспомнить сегодня, как и всегда, Николая Ильича Голощапова, Юру Кузнецова, Юру Евстратова, Юру Затворницкого, многих ребят, Мишу Обуховского, которых нет с нами, но присутствие которых, без всякой мистики, я действительно чувствую, что они были бы очень с большим интересом были бы сегодня с нами. Я хочу уже сейчас поговорить с Алексеем вот о чем. На его последнем сенсешне принимали участие. Я вот знаю, что он опекает детей, но он опекает и ветеранов. Он не дает им забыть, что они по-прежнему блистательные джазовые музыканты. И вот один из таких наших ребят – это Толя Горбатюк, которого в первый раз с некоторым ужасом увидел, когда он усаживается за эти хлипкие барабаны. Я подумал, ну, это... И он меня порадовал. Он не утратил форм, интересов к жизни, ехидного характера. Он плохо слышит и этим пользуется. И в пять раз повторяет одно и то же. Он, в частности, со мной спорит. Он говорит, что джаз не родился в Одессе. Он даже книгу об этом написал. Но мне достаточно не его книги, а книгу замечательного американского автора, скажем так. С одной стороны, это профессор Колумбийского университета, политолог Фредерик Старр. С другой стороны, это замечательный специалист по джазу, по русскому, ну, советскому джазу тех времен. За основу он берет бунтарский характер тогдашнего джаза, его страдальческую судьбу в годы советской власти, и его жизнелюбие, его витальность. И поскольку я был тогда сопредседателем такой знаменитой, не я знаменитая, а конференция, которая называлась «Реалии и мифы Одессы» в университете штата Гринелл в Америке, там 8 Европы Нобелевских лауреатов преподают, но не джаз, как вы понимаете. Так вот, он мне написал: «Дорогому Феликсу, ну, защитнику чести и славы города Одессы, организатору фестиваля тоже не главное, а главное вот что. В городе, где родился Леонид Утесов, 1996 год, для Фредерика Старра
и для других специалистов джаза, это я уже говорил без всякого иронии, Одесса, во-первых, из Одессы выехало огромное количество не только музыкантов, но и джазовых продюсеров, что очень важно, композиторов, кинорежиссеров в фильмах, которые блистательный джаз. Я мог бы называть кого во Франции огромное количество. Вот я сейчас скажу вещь, которую мало кто знает. Это не джаз, но это интересно. Автомобиль Citroën известен. Это некий Citroën из Одессы. Вот много таких людей. Дина Верни, это же знаменитая художница, подруга многих великих скульпторов и художников. Дина Верникова, одесситка. То есть это особая тема передачи. Действительно, джаз, если родился, то и в Одессе тоже, как споры. Что-то в Африке, что-то уже в Соединенных Штатах, что-то в латиноамериканских странах, что-то... Я помню, к нам приезжали в Одессу Варадеро, приезжал кубинский ансамбль, гениальный совершенно, их лидер Удрал, трубач гениальный. Ну, они приехали без трубача, был переполнен зал Одесской филармонии, я там был, к ним зашел за кулисы, что-то мы поговорили, они сказали, а теперь мы идем к тебе. И вот они через весь город пошли к нам на Успенскую ночью со своими дудками и барабанщиками. Таня бежала, сняла эти туфли, бежала босиком домой, чтобы что-то приготовить. Поднялись на этот пятый этаж, они сели, и каким-то образом мы их накормили, напоили, они пели и играли. Что меня потрясло, что окна распахнулись, никто не матюкался, все слушали с таким удовольствием. И я вспоминаю этих людей, это была минута счастья. Он бы никогда к нам не пошел, если бы не знал. Он меня не знал, что в Одессе это тот город, где надо идти. Надо пить вино и петь джаз. В продолжении особенностей того, что произошло в Одессе сейчас, вот в этом году, в очень сложном году, хочу отметить, что позволила себе смелость расширить рамки жанров проведения Международного дня джаза. Почему? Потому что так сложилось, так легли карты знакомства с руководителями военных оркестров. Мне очень понравилась эта идея, и в программу празднования были включены выступления двух одесских оркестров. Один из них выступил в субботу, 29 числа, в Ракушке, в парке имени Шевченко, а следующий, на воскресенье, который, собственно, должен был быть второй частью марафона празднования, детская программа, затем в Ротонде должен был выступать оркестр под руководством Любомира Сутенника. И далее джем-сейшн. Как бы последний день я собрала в одном месте, близко, чтобы все могли по локациям получить удовольствие и переходить от одного помещения или места, где происходило. К сожалению, оркестр не смог выступить, потому что была погода неважная. Нельзя было включать аппаратуру, да, собственно, и под зонтиками зрителям не очень комфортно было слушать эту программу. Но в 14 часов достаточно много людей искали, где оркестр. С зонтами пришли в арт-галерею и до 4 часов ждали, пока все-таки продолжится марафон. История Любомира Сутенника связана с тем, что он как и руководитель, как аранжировщик, он приготовил с духовым оркестром, военным оркестром, очень хорошую джазовую программу. И мы ее перенесли на майские дни, это планируется 13-го, собственно, в субботу в 14 часов в Ротонде. Главное, чтобы была хорошая погода и все могли получить удовольствие. Но последняя, заключительная часть – в 16 часов 30 числа, она как раз совпала и с выступлением ансамбля и музыкантов под руководством Алексея Петухова в клубе, и в арт-галерее, где собрались тоже джазовые музыканты и участники программы на сцене консерватории. Но особенность этого концерта еще заключалась в том, я его обозначила как большой сэшн.
И к нашей программе присоединился трубач из военного оркестра. Он был в форме, он представился по своему позывному форма. Он был и трубачом, и флюгельгорнистом, и очень органично вошел в авторскую программу ансамбля Сергея Димуры, чего, в общем-то, не бывает. Леночка, джазовым стандартам Леночка, можно. Леночка, я хочу вот что тебе сказать. Я испытываю, может быть, не так часто, когда-то известное мне чувство, как же я не успел никуда. Потому что это огромный дар, и страшно обидно, потому что можно быть в одном месте, только в одно время в одном месте. И я хочу еще сказать о том, что когда я смотрела на состав, когда я знаю сейчас этих людей, я назвала по окончанию национальной сборной. Почему? Потому что два одессита занимаются сейчас в Киеве. Это Сергей Димура и барабанщик Дмитрий Конвальчук. Контрабасист известный Виталий Фисенко, он да, родом конечно. Из Черкас. Да. Наш пианист Артем Селиханович получил образование в Николаеве. А трубач, получив образование в Донецке, ну, вы, наверное, помните Валерия Колесникова, конечно. Это его наставник, но сам он из Бердянска. И получается, что карта Украины была собрана в точке... Ну, это, к сожалению, еще и карта военных действий. Карта военных действий. То, что звучит музыка, это тоже оружие. На этом джазовом фестивале состоялось довольно много знакомств. И некоторых ребят и людей постарше я узнал по-новому. Ну вот, например, Никита Рыбаченко. Я знаю, что он активно участвует в молодежной программе Всемирного клуба одесситов, которая создана и привлекает молодежь в это здание. А я узнал, что Никита, и читал в Фейсбуке его отчеты с концертов джазового нашего цикла. Никита Рыбаченко. Состоялось мое знакомство, по сути, и раньше, но, тем не менее, во время джазового нашего марафона я узнал его с другой стороны. Я знал его как литератора, молодого, начинающего, студента, ну, нашего одесского журфака, нашего университета. Открою тайну, что в следующем номере «Альманаха» Дерибаска-Лишелевская выйдет его эссе. Вот как человек, вот с пивразмова, как человек, работающий со словом. Я знаю, что это, ты этим болеешь, как и я, в общем. Вот спев, песня, музыка, мелодия, джаз в рамках музыки. Что нового ты прочувствовал и узнал в эти дни? Было очень интересно наблюдать за тем, как конкретно в рамках вот мероприятия «Спев Розмова» люди пытались высказать свои чувства, эмоции, навеваемые джазом, проходящие в рамках всего этого фестиваля, и выражали их в текстах, наполняя определенной поэтикой. Даже читая, слушая то, что произносили эти известные поэты, как одесские, так и зарубежные, по этому поводу, в отрыве от музыки, в отрыве от самого жанра джаза, можно было почувствовать, лично я, по крайней мере, почувствовал то же самое, что и чувствуется от прослушивания любого инструментального оркестра вживую. Это энергия, это заряд, это желание в первую очередь. Так что очень важно, слишком много превознесло данное мероприятие для того, чтобы описать это в двух словах, мне так кажется. Джаз – это никак не устаревшее, но специфическое, особое. Оно, вот, по-моему, может быть, со мной согласятся, более душевное искусство. Ты это почувствовал? Да. Да. Ну, особенно на последних мероприятиях всего фестиваля. Чем дальше мы заходили, тем сильнее это чувствовалось, безусловно. К сожалению, да, у нас сейчас поколение, которое полностью зависит от паттернов поведения, созданных совершенно непонятным образом. И джаз как будто музыка, которая не подлежит конкретным алгоритмам. Ну, как и везде, есть свои базисы, но... Все равно наполняется энергией, импровизацией, это раш, это интерес, энтузиазм. А у нашего поколения этого, да, уже не достает. Я хочу пожелать тебе и твоим молодым друзьям, с которыми я познакомился, и благодаря Оксане Шалашной, она вас, я знаю, слово пикает неуместно, она с вами, вам сопереживает, сочувствует с вами, создана вот это, ну, как бы молодежная фракция,
Всемирного клуба одесситов. Когда-то мы, когда пришли сюда, мы были моложе все. Но потом постепенно возраст взял свое. Вот вас-то нам и не хватало. Вот дай Бог, чтобы вот в условиях войны, когда обостряются чувства, обостряются мысли, отношения становятся более доверительными, но вместе с теми принципиальными, вот это содружество нашего опыта подчас печального и ваших надежд, которые уверен есть, дало результат. А сейчас, по традиции, я хочу подарить книгу Владимира Борисовича Фейертага о джазе Алексею Петухову в нашу джазовую библиотеку. Спасибо большое. Тільки що пролунав сигнал про завершення воздушної тривоги, а про те, що він почався, ми вже забули. Дай Бог, щоб ці сигнали були реже. Я скажу, що в нашому альманахі Дерибасовська-Рішельєвська постійна рубрика, придумана Євгенієм Михайловичем Голубовським. Літературна студія «Зелена лампа» при Всемирному клубі одесситів. А вот с началом войны в каждом номере мы публикуем стихи и прозу, которые родились вот под звуки воздушной тревоги, причем во многих случаях это экспромты. И это не задуманные заранее произведения, это рефлексия на то, что происходит с нами, со всей страной, с нашими близкими, с нашими защитниками. И вот то, что сегодня происходило, это была настоящая джазовая импровизация. И мы завершим ее таким образом. На рояле, о который я опираюсь, стоит портрет Миши Жванецкого. Много-много лет назад я, молодой журналист газеты «Комсомольское племя», получил свое первое задание побывать на спектакле театра «Парнас-2» во Дворце студентов на премьере спектакля «Как пройти на Дерибасовскую». Это был первый спектакль, поставленный по сценарию Миши Жванецкого и Саши Лазовского. В нем играли будущие звезды, и не только эстрады, но и театры, и кино. Рома Карцев, Витя Ильченко, блестящие ребята, Додик Макаревский и другие. И в этом спектакле был немудренный ход. Гость Одессы ходил по какой-то из одесских улиц и приставал к одесситам, как пройти на Дерибасовскую. И каждый давал им свой маршрут. Сегодня мы тоже искали, как пройти на улицу Джазовую. Мы побывали на Лонжероновской, побывали на Новосельского, на, по-моему, побывали, собственно, в Аркадии. Мы были в Горсаду, мы были и пришли вот сюда на угол Морозливской и Базарной. На этом рояле играл Юра Кузнецов, играет Сережа Терентьев, играет Алексей Петухов. А завершая беседу нашу о джазовом духе, о джазовой натуре Одессы, я хочу привести слова, которые однажды Миша за нашим дружеским столиком здесь, в клубе, на первом, вернее, подвальном нашем этаже сказал, а потом он написал это в одной из своих книг, но я, к сожалению, до сих пор не могу найти цитату, поэтому говорю по памяти. Миша сказал приблизительно следующее: есть что-то такое в воздухе, в море Одессы, что-то джазовое. Что такое джазовое? Это синкопы, это импровизация. Он говорил, вот когда волна накатывается на берег Аркадии, шуршит галькой, крики чаек, когда люди расходятся с пляжа, идут на работу, в трамвае, все это проникнуто джазом, ритмом, вопросно-ответной формы. В Одессе любят задавать вопросы и сами отвечать на «как пройти на джазовую?». Я попросил Алексея Петухова эту фразу Миши, эту его мысль попытаться выразить в музыке. И когда он закончит эту программу, это будет с нашим прощанием, с этим фестивалем, этой встречей и ожиданием следующего.